Доброго времени суток, дорогие друзья! Я вновь вас всех приветствую на своем канале. Канал мой называется Ирина Маркелова. Меня зовут, соответственно, Ирина Маркелова. На моем канале очень много разных видео. Я уже это говорила неоднократно. И вы можете найти видео о вязании, то есть мастер-классы, полезные информации, и лайфхаки, и много-много чего другого. Также есть влоговые видео о моей жизни. Ну, есть еще такая рубрика, как распаковочки. Это тоже неотъемлемая часть моей жизни. Так как интернет-магазины предлагают сотрудничество, значит, я чего-то в этой жизни уже добилась, да? И если вам нравятся подобные видео, оставайтесь со мной, и я вам расскажу, что же сегодня я хочу вам представить. Представить я хочу опять наш дорогой, любимый Василёк. Распаковочка того, что я выбрала, будет что-то новенькое, что-то старенькое. И, конечно же, я... Как всегда, оставлю под этим видео ссылочки на интернет-магазин. И для тех, кто впервые слушает информацию об этом магазине, я хочу сказать, что об Ивановском текстиле мы уже знаем очень много. Говорю не только я, но говорят и другие блогеры, но эту информацию мы знаем уже с давних времен. Я еще лет 10 назад, а то и больше, уже знала, что из себя представляет Ивановский текстиль. И как же я была рада, что интернет-магазин «Любимый Василёк» мне предложил сотрудничать с ним. То есть я выбираю товары на обзор, а они мне их предоставляют бесплатно. В свою очередь я рассказываю о интернет-магазине, потому что невозможно все знать. И, конечно же, так как у меня много подписчиков, много друзей, много просто зрителей, возможно, вы как раз ищете этот магазин, правильно же? И вот я вам даю эту информацию. Еще раз, проходите под видео, там оставлены ссылочки. Можно пройти по ссылочке и попасть на сайт интернет-магазина. Что же представлено на сайте интернет-магазина? Я повторяюсь, да, как бы интернет-магазин, но по-другому как сказать-то? Там разнообразный ассортимент. Начиная от носочков и заканчивая одеялами, подушками, наперниками, топперами, покрывала, пледы, постельное белье. Какое шикарное постельное белье, товарищи! Я говорю, что я ж уже могу повторяться, но когда я захожу на сайт интернет-магазина именно в этот раздел «Постельное белье», я попадаю в такое царство красок, в такое царство принтов, что ну вот удержаться от того, чтобы... не посмотреть следующее, но я не могу. Это вот равносильно, как, допустим, заходишь и видишь очень много красивых картин. И хочется и эту посмотреть, и ту, и следующую. Такое разнообразие и цвета, и рисунка, и текстуры. То есть ткани разные, абсолютно разные размеры, потому что ну, мы же знаем, что у нас есть и детские кроватки, есть двухспальные еврокровати, да, и все хотят приобрести то, что им подходит. И Ивановский трикотаж, а именно интернет-магазина «Любимый Василёк» может удовлетворить любой спрос. Также есть разделы мужской, женской, детской одежды. И на любой возраст и размер 70-й вы точно найдете. То есть начиная от 0
и до 70 размера можно найти при желании. Конечно, ассортимент постоянно меняется. Сегодня вы можете не увидеть то, что я представляю, да, но завтра это обязательно появится, возможно, даже еще лучше. Поэтому вам нужно просто запастись терпением, заходить, смотреть, и вы обязательно найдете то, что вам понравится. Про трикотажные простыни на резинке я уже тоже говорила неоднократно. Всякие носочки детские, всякую детскую одежду. Я одела всю свою семью, и внучка, и дочь, и зятя, и сама, и своих подруг уже понарядила. Спасибо интернет-магазину «Любимый Василек». Ну что, презентовала? Давайте теперь перейдем к столу, потому что мне нужно показывать то, что я там выбрала, именно на столе. По-другому всю прелесть тех товаров, которые я выбрала, не показать. Итак, дорогие друзья, я хочу вам представить подушку. Шерсть Яка 50/70. Так, что-то у нас здесь написано. Мы сейчас все посмотрим. Эту подушку выбрала дочь для Максика. Максик — это мой внучок, кто еще не знает. Потому что он у нас растет. Вырос уже с той подушечки, которую мы ему покупали, маленькую детскую. Уже вот дорос, она мягенькая такая, удобная. Значит, здесь у нас... В прошлый раз подушку я себе выбрала, а этот раз вот выбрали мы Максимке. Значит, наполнитель шерсть Яка 50%. И это у нас наполнитель чехла, да? И полиэфирное волокно 50%. Ткань чехла, хлопок 100%. Наполнитель внутренний. Полиэфирное микроволокно 100%. Вот, прочитала я вам. Ну, будем надеяться, что эта подушечка верой и правдой прослужит на долгие года моему Максимке. Значит, стоит эта подушечка у нас 730 рублей. Значит, Не отходя далеко от темы, вот еще одна думочка, которая полюбилась и моим знакомым, и мне в том числе. Этот раз я выбрала одну, потому что мне ее заказали. И я вас уверяю, такие замечательные думочки. И думочка эта стоит, значит, 343 рубля. Я выбрала размер 48/48, а на самой подушечке написано, что размер 50/50. Так, ткань хлопок, наполнитель силиконизированное волокно, шарики. Понятно? Ну, очень замечательная думочка. На эту думочку я выбрала наволочка плюш велюр 45/45. Такая наволочка стоит 174 рубля. Так, а это у нас костюмчик для Максимки. Это пижамка, которая стоит 305 рублей. Здесь, конечно же, хлопочек. Смотрите, с таким начесом мягеньким. Ну, в общем, для мальчика 3 лет такая красота. Он у нас такой парень, который любит машинки. Мне кажется, что все мальчики машинки любят. И, естественно, он обожает просто все вещи, где есть принт машинки. Я думаю, что этот костюмчик-пижамка не будет исключением. Моему внучку 3 годика, и этот костюмчик на него.
Вот такой комбинезон. Футер начес внутри. Мы уже примерили его на него. Вот он, футер начес. А это просто трикотажная ткань. Веечка, или как ее там называют, да? Вот, называется он, этот комбинезон, геометрия, 104 рост, тоже очень понравился. Ну, я уже говорила, что все очень качественно сделано, обработка вся замечательная, кармашики, руки в карманы сразу, прям деловой парень. Ну и цвет, конечно, очень радует, такой пестренький для ребенка, прям что называется. Вот, нарядили нашего парня. Значит, стоит этот костюмчик, ой, комбинезончик, 868 рублей. Значит, я уже показывала подобный комплект. Вот такие кошечки. Кошечки расположены вот таким вот образом. А этикетка у нас вот такая. Это комплект детского белья Бязь, ясельки, да? Здесь у нас пододеяльник 112 на 147. Простыня. Так, что тут написано? 100 на 150, да? И наволочка 40 на 40. Простыня на резинке. Я в прошлый раз выбирала своему внучку, и Наташа заказала такой же комплект своему внучку. Вот теперь как бы у еще одного мальчика будет вот такие, будут вот такие замечательные котофеи. Видите, котофей называется. Стоит этот комплект 648 рублей. 628 рублей, обманула на 20 рублей. Вот. Ну, и так как это не для нас приобретено, я разворачивать не буду. На сайте очень много разнообразного детского белья. И не только детского, так что вы сможете пройти. Там представлено прямо на кроватках, можно посмотреть, как это все выглядит. Так что проходите, смотрите, выбирайте и радуйте своих деток и внуков. Наш парень очень быстро растет, и до недавнего времени я выбирала носочки до 3 лет, да? Ну, ему 3 годика, а они стали ему маленькие. И дочь заказала, чтобы я выбрала носочки уже от 3 до 5 лет. Что я и сделала. Вот такие носочки. Это у нас, конечно же, машинки. Видите? А это у нас Том и Джерри. Все из мультика. Такие яркие. Ну, их тут по 6 штук носочков. Я не буду разворачивать. А это у нас однотонные носочки. Я такие уже тоже показывала, тоже на 3-5 лет. И сейчас я вам скажу цену на эти носочки. Подглядываю в бумажку. Значит, эти носочки по 25 рублей. 6 штук, соответственно, 150 рублей. Так, носочки детские по 50 рублей. Так, Тюркан, вот это вот. Ну, то есть Том и Джерри, да, 250 рублей, соответственно, 6 носочков. И носочки хлопковые 48 рублей. Вот эти вот. Такси. Такси. Соответственно, 240 рублей стоит 6 штук. Тот, кто со мной давно, тот уже видел, что я разных цветов выбирала вот такие футболочки для моей дочери. А значит, размер у нас 50-й. Проверено временем, носит с огромным удовольствием. И вот на лето, на это она
выбрала свежую такую футболочку, которая стоит 330 рублей. Ей тоже очень нравятся такие вещи. И раз она еще раз выбрала, молодежь, знаете, у нас она такая избирательная. Ну вот, советую, если вы ищете удобную и качественную, красивую вещь, обратите внимание на эту футболочку. Ну и что, завершающим номером моего видео вот такое женское богатство. Кто, кому не нравится, не смотрите. Но многие, в прошлый раз я показала, и многие сказали: Ирина, показывайте, потому что там на сайте носители передают по-разному. Мой носитель тоже может передавать по-разному. Значит, вот такие женские трусики, это 54-56, это выбрала себе дочь. Сейчас я ее покажу, потом покажу то, что выбрала я. Замечательно то, что можно выбрать и на меня, на себя. Вот такие. Ну, естественно, тоненький хлопочек, качественный. И отделочка. Дочь тоже, кстати, не первый раз выбирает. Значит, стоят такие трусики женские, я сейчас скажу. Значит, какие-то 91 рубль, какие-то 84. До 100 рублей. Вот вы представляете? До 100 рублей. Ну, везде тоненький трикотаж такой замечательный. Видимо, добавлена лайкра, потому что тянутся. Это просто хлопочек. Вот, разнообразный. Скорее всего, что вот эти подешевле стоят, а вот эти вот с кружевами немножко дороже. Красота. Ну и гиганты, которые я тоже уже выбирала себе. Смотрите, какие симпатичные. Значит, видите, какой размер? 62-64, 10XL, стоит 112 рублей. На лето вообще замечательные трикотажные трусики. Вот, цветов таких у меня еще не было, поэтому я выбрала другие цвета. Вот, тоже трикотаж такой тоненький, замечательный, качественно, мне подходит. Вот, дорогие друзья, все то, что я выбрала. Еще раз я вам скажу, что под этим видео будет оставлены ссылочки. Проходите, смотрите, выбирайте. Приятных вам покупок. Ну, а я с вами прощаюсь совсем ненадолго. До новых встреч, до новых видео. С вами была Ирина.